сейчас 13 февраля 2011 года, ой, 2012, 10 вечера, сейчас я пришел домой, у меня рабочий стол такой, я, в общем, сейчас хочу узнать, то есть я жду, мне хотелось бы то, чтобы уже бы вышел «Спартак» от Лустфильм ТВ, потому что он по понедельникам выходит, вот, «Спартак месть». И вот я сейчас шел домой, надеюсь, что я приду, уже будет сериал, потому что они обычно вечером выкладывают как раз после 9, после 10 часов, вот. То есть я надеюсь, что я сейчас, вот я говорю, я сейчас только включил компьютер, вот у меня только загрузился, появился рабочий стол, вот, я даже еще никаких программ не открывал, вот. У меня ярлычки здесь, на рабочем столе, еще вот тут, вот видите, внизу, вот тут вот все программы, ярлыки тоже, которыми я пользуюсь, я их скинул сюда, вот, а самые такие основные скинул сюда, вот, на рабочий стол, вот эти сюда убрал, вот, я даже еще не открывал ничего. То есть у меня только комп загрузился, сейчас вот я надеюсь, что будет «Спартак». Вот, сейчас вот мы как раз откроем и посмотрим, будет он или нет. Или придется ждать, а не попозже, может, выложит. Вот, сейчас вот 22:13. Сейчас посмотрим. Просто иногда так бывает, то, что вот я жду какой-то сериал, и вот я думаю, что сейчас он выйдет. Прихожу на «Лустфильм», и действительно, он прямо сейчас появился. Вот у меня бывают такие совпадения. А бывает, когда наоборот, я тоже думаю, сейчас будет, открываю, а там нету, и приходится ждать. Вот, но мне, конечно, нравится, когда я угадываю. То есть вот угадываю то, что вот будет сериал, открываю и сайт, и он действительно есть. Сейчас мы посмотрим, сейчас мы запустим браузер и войдем. Посмотрим, ну давай. Это у меня стартовая страница Google. А, ну это этот... как его, NoScript. Ну, это я использую прогу, которая блокирует всякие скрипты, чтобы всякая херня не вылезала. Ну что, заходим на Lostfilm, готовы? 3, 2, 1, нажимаем. Спартак есть! Отлично, блин, я говорю, я не специально это сделал. Я даже не знал, я говорю, я только сейчас вот домой пришел, и видите, вот это один из тех моментов, когда я угадал, то, что я думал, что уже будет Спартак, и действительно он есть. Классно, блин, сейчас будем качать. Во сколько он вышел-то? А он вышел, он как раз недавно вышел. Как раз недавно, видите, я вовремя. То есть сейчас у нас 22:15 уже, а он вышел... А, ну это HD-версия. Вот 21:52 вышло 720p, а это 21:39 обычная. Сейчас будем качать. Отлично, блин. Классно, блин. Я, кстати, если бы сейчас его не было, я бы не угадал, то я бы все равно это видео оставил. То есть как бы я бы не стал его удалять. Вот. То есть, как бы, блин, ну, я не знаю, верите, нет, но я правда говорю, что, блин, я сейчас это открыл. Просто, блин, приятно, когда ты чего-то ждешь, и ты думаешь, что вот сейчас это появится, и угадываешь, и действительно это появилось. Потому что если бы сейчас не было, пришлось бы ждать, там неизвестно сколько. Вот, сейчас мы вот скачали, сейчас мы торрент запускаем. Вот. Мне, кстати, у меня сейчас вот в начале, когда ты только компьютер загрузил, у меня торрент долго запускается. Вот видите, вот он только запустился. Это мне, короче, диск C надо дефрагментировать. Вот, но я его дефрагментировал, а у меня там он примерно наполовине остановилась дефрагментация. И мне написали то, что типа остальные файлы дефрагментировать нельзя. Сейчас я укажу, какой у меня там диск. Куда его скачивать-то? Вот. То есть мне специальную программу нужно использовать, чтобы все до конца дефрагментировалось. Но я пока этим еще не запаривался. Ну, то есть не интересовался. Ну, то есть у меня все работает нормально. Просто при первом включении компа у меня вот немножко так вот Firefox немножко долго загружается. То есть обычно он за 2-3 секунды загружается. Вот, то есть вот как только я его открываю сразу. Вот. А торрент тоже быстро открывается. Вот, но это при первом включении компьютера, то есть когда вот он был выключен, только он вот включился, вот, то так вот немножко долго. Но сейчас пока еще «Спартак», видите, качаться не начал, потому что только недавно его выложили. Сейчас пока даже трекер еще статус. А, работает, работает. Сейчас вот посмотрим. Пока, видите, сидеров нету, только вот один появился. Сейчас посмотрим пиры и сколько больше всего кто скачал. Сколько у нас процентов, вот, пиры. Вот два сидера. Вот, 84, 72 и 28 и так далее. Видите, пошли. То есть сейчас вот этот, который 84, он скоро докачает и будет тоже сидером. Вот. Ну, пока скачка, видите, какая. А, ну вот, поднимается. Вот, отлично, вот, отлично. Пошло вверх. Ну, до двух дойдет. Ну, и раздача тоже пошла. Ну, вот, отлично, все, теперь сейчас скачается. Будем смотреть.